Поборолись за звание лучших. В Вятских Полянах прошло первенство России по городошному спорту среди девушек. Состязания проходили на площадке спорткомплекса «Электрон». Подробности в сюжете. На протяжении нескольких десятилетий в Вятских Полянах проводятся все крупные соревнования по городошному спорту. На этот раз на манеже спорткомплекса «Электрон» стартовало первенство России по этому виду спорта среди девушек. На торжественной церемонии открытия участниц соревнований поприветствовали представители власти. Желаю вам хороших результатов, желаю вам хорошего настроения, чтобы показали, на что вы способны. Принять участие в первенстве России приехали спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Ярославской и других областей, а также Республики Крым. По итогам двух туров среди девочек в возрастной группе 11-14 лет лидером стала юная спортсменка из Республики Крым Дарина Доброва. Настрой боевой, но я стараюсь не обращать внимания, но как бы у них своя игра, у меня своя. Просто когда я на них смотрю, я начинаю нервничать, из-за этого иногда не получается. Нужно продумывать бросок и иметь силу сильно кидать. Среди девочек в старшей возрастной группе за победу на этих соревнованиях боролась титулованная спортсменка Жанна Акрымова. Она является победительницей первенства России в младшем и старшем возрасте, дважды выиграла чемпионат России и Кубок Москвы, а также установила мировой рекорд. Каждым соревнованием девушка серьезно готовится. Готовились мы усердно, 3 раза в неделю на протяжении месяца. Я немножко попозже, там недели 3 я готовилась. Вот сейчас мы отыграли только первый тур. Поэтому пока не будем загадывать, что будет, но соперницы все сильные из всех областей, поэтому идем бита в биту. Соревнования прошли в личном и командном зачетах. Победители войдут в состав сборной команды России для участия в первенстве Европы.